Всем привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня герой обзора Bosch PWS-700-125. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Подпишитесь на канал и активируйте уведомления, нажав колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. После просмотра комментируйте видео и ставьте лайки. Инструмент поставляется с дополнительной рукояткой для более комфортного удержания. Поворотный металлический кожух закрепляется с помощью двух винтов. Благодаря своей прочности он защитит вас не только от искр и стружки, но и от осколков треснувшего диска. Дополнительная рукоятка может устанавливаться как с левого, так и с правого края корпуса. Это делает инструмент удобным для левшей и правшей. Аксессуар прикручивается на резьбу без использования отверток и ключей. Питание идет от сети 220 вольт. Кабель помещен в износостойкий кожух, а место стыковки с корпусом закрыто усиленной изоляцией. Комплектация: защитный кожух, антивибрационная рукоятка, картонная упаковка. УШМ – сетевой инструмент, предназначенный для бытовых и профессиональных работ. Обладает производительным двигателем мощностью 720 Вт. Привод вращает шпиндель со скоростью 11 000 оборотов в минуту, что делает болгарку Bosch одинаково эффективной для резки металла, полировки различных материалов и других аналогичных задач. Клавиша пуска расположена на боковом торце корпуса. Для запуска устройства необходимо надавить на кнопку и сдвинуть ее вперед. Эта система защищает от непреднамеренного старта. Также вы можете заблокировать клавишу, чтобы не удерживать ее постоянно во время работы. Двигатель работает на угольных щетках. Для своевременного обслуживания без обращения в сервис достаточно извлечь расходный материал из гнезда на основной рукояти. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Сборка и комплектующие низкого качества. Есть вибрация. Очень шумная. Провод не очень надежный. Пуск у нее резкий. Теперь перейдем к положительным. Мелкая, удобная, в меру мощная. Удобная рукоять, компактная. С довольно большой мощностью. Хорошо лежит в руке, не выскальзывает. Свои функции выполняет безотказно. И размер подходящий, и цена хорошая. Удобная для держания одной рукой. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.